В этот замечательный вечер. Нам очень приятно ощущать поддержку с вашей стороны в нашей очень нелегкой работе и в судьбе тех деток, которые пришли к нам, в команде специалистов, которые хотят подарить жизнь несчастным нашим пациентам, которые, к сожалению, оказались на пороге такой тяжелой болезни, как рак. Со мной сегодня уже с глазами на мокром месте мамы нескольких наших пациентов, которые сейчас находятся в отделении на лечении. К сожалению, это очень тяжелое и очень дорогостоящее лечение на сегодняшний день. Несмотря на наш высокий профессионализм, мы не всегда вольны найти все необходимые средства для того, чтобы эти детки выздоровели и выжили. Поэтому я вам искренне выражаю благодарность еще раз. Желаю вам приятного вечера. Если у вас будет возможность и желание, то я призываю вас оказать свою пассивную помощь вот этим вот мамам. Спасибо.